Всем привет! Мы сегодня решили прогуляться, несмотря на такую пасмурную погоду. У нас дождик моросит. Мне пришлось тоже съездить в больницу сегодня, потому что я тоже захворала, заболела. Мазок у меня решили не брать. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Температура у меня только вчера, только раз поднялась, 37,1, а потом через час обратно в норму вернулась. Ну, короче, так грустно. Вместе с погодой грустим. Смотрите, какие листочки стали уже серенькие. Это випа. Это еще випа. Это пакетик. Смотрите, мы кого нашли среди такого холода, еще и божьи коровки летают. Собрали два таких листочка, один зелененький, другой оранжевенький, но тут плохо видно. Вот они, красивые. А вот наша новая дорога, паспорт объекта. В этом году они ее доделали, и теперь мы ходим по новым дорожкам, по ровным дорожкам. Никогда, наверное, в жизни в Баранче не было таких ровных дорожек. Знаки. Полицейские, конечно, пешеходный переход. И заборчик, все дела. Вот такие вот дороги. Да, сегодня вид у меня не очень, но на то есть уважительная причина. Вот мы готовим обед, пельмешки собственного производства. Единственное, конечно, что стрепуха не я, нас вечно кто-нибудь угощает пельменями, это я машиваю. Сама я люблю жареную картошечку, но это, конечно, не всегда. А вот и доченька пришла. Ты куда собралась? Я на улицу. На улицу она собралась, да. Сегодня у нас день примерок. А мы ложимся спать, у нас тихий час. У меня возникла такая идея сделать отдельное видео вопрос-ответ. Сделать такой небольшой марафон. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Можно даже самые откровенные и компрометивные. Я готова ответить на все ваши вопросы. Если их наберется 10 или около 10, я сделаю, запишу отдельное видео и отвечу на все ваши вопросы. Ну, я думаю, все, пора заканчивать, а нам пора спать. Всем пока-пока, до скорой встречи. Помаши нашей ручкой. Mm-hmm.